2009 года по инициативе Главного управления безопасности и защиты информации Банка России на территории Республики Башкортостан в Магнитогорске проходит крупнейший форум «Информационная безопасность финансовой сферы». В этом году мероприятие получило новое название «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России». Остались прежними место проведения и участники. Специальный репортаж со знаменитой магнитки для вас записали Global Digital Space и Мария, компания WebMonitorX. Что осталось неизменным? Форум собрал регуляторов, представителей крупного бизнеса, отечественных вендоров и интеграторов. Всего в форуме участвовали более 350 человек. На сцене выступали Владимир Бенгин, Рустам Харидинов, Наталья Касперская, Роман Шапир, Алексей Лукацкий, Алексей Новиков, Михаил Ермолаев. Форум «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России» в этом году проходит при поддержке Минцифры России, генеральный партнер компании «Positive Technologies». Всю организацию обеспечивает компания «Авангард». Друзья, с нами звезда ПИБшечки, Лев Полей, все его знают, да-да-да, наш звездный человечек. Ну, слушай, скажи пару слов про организацию мероприятия, и что ты думаешь о том, что теперь как бы у нас ЦБшный форум уехал в Екатеринбург, вот, а здесь осталась классическая магнитка, классическая ли она теперь? Слушай, наверное, место-то все равно классическое, да, то есть, но люди немножко другие, немножко про другое думают. И, наверное, первый раз здесь такая представительная, в общем-то, коллаборация, которая говорит про цифровую устойчивость, как минимум, номер раз, да, то есть атмосфера, ну, так я не был на предыдущих магнитах, поэтому не могу сказать, но в целом мне нравится такой, знаешь, детский лагерь, вот, уже во взрослом, собственно, состоянии. И это, по-своему, очень прикольная история. Константин, добрый день. Хотелось бы узнать, как вам данное прекрасное мероприятие, ваше мнение, первый ли раз вы здесь находитесь? Добрый день, отлично, да, на магнитку удалось выехать первый раз. Хорошо, тогда мнение новенького в этой теме. Как вам организация, как вам спикеры, насколько вообще все информативно здесь? Ну, в первую очередь, очень здоровская теплая атмосфера, атмосфера взаимодействия между производителями систем защиты и клиентами, и вот этот вот обмен мнениями живой, наверное, самое ценное, это вот кулуарное общение и может привести к правильным векторам развития, пониманию, что нужно заказчику и, ну, вызреванию сферы ИБ России. Как вам мероприятие? Мне очень понравилось. Особо интересные секции, это, конечно, связано с защитой СУТП. Ну вот, как бы ради этого сюда и ехали. Ну и прямая возможность встречи с регуляторами, обсуждения в кулуарах проблем каких-то. Можно обсудить те вещи, которые невозможно обсудить по телефону или в официальной конференции. Прекрасно. То есть вы получили те ответы, которые хотели, да, здесь услышать, наверное? Ну, не только я, и в том числе у меня была задача от руководителей моей компании обсудить какие-то вопросы. Мы, конечно, все обсудили. Давайте поговорим с нашими коллегами. Сегодня у нас здесь представлен вендор-интегратор, вендор Security Vision и интегратор RNTech. Поговорим сегодня с Мариной Громовой из Security Vision и Константином Зобиным из RNTech. Коллеги, привет! Расскажите, пожалуйста, как вам форум? Первый раз на нем, не первый. Давай, Марина. Привет, Мария. Да, я... Спасибо. Я первый раз на магнитке. Тема информационной безопасности как никогда актуально. Очень много интересных сессий, очень много встреч с партнерами, с заказчиками. Слоган «Магнитка объединяет» действительно себя оправдывает, потому что такая концентрация полезности по информационной безопасности, такая концентрация актуальных вопросов и различных мнений по ним, которые решаются в различном формате, это и какие-то кулуарные встречи, это и большие сессии, это и персональные спортивные мероприятия, на которых мы обсуждаем также бизнес. Поэтому мне очень интересен, мне кажется, этот формат очень эффективен. Ну и, безусловно, есть возможность на стенде также пообщаться с коллегами. Спасибо. Да, Марин, спасибо. Константин, что расскажешь? Ты, наверное, не первый раз здесь.
Спасибо большое. Да, действительно, я не первый раз на данном форуме. И хочу сказать, что здесь всегда собираются люди, которые причастны к самым актуальным проблемам, тематикам, которые требуют обсуждения каких-то новых инвестиций и новых направлений по реализации. Что касается информационной безопасности, эта тема сейчас максимально актуальна. И я думаю, вы можете посмотреть на количество людей, которые присутствуют на форуме. Это подтверждает, что люди смотрят на информационную безопасность, готовы в нее вкладываться и работать над ней. Константин, а ты расскажи, пожалуйста, почему вы, видимо, уже, как ты сказал, не первый год приезжаете, почему люди вообще, по-твоему, ездят на магнитку из года в год, почему вендора приезжают и партнеры, интеграторы приезжают на магнитку неоднократно? Мария, на самом деле я хочу сказать, что большое количество людей приезжает сюда с какими-то новыми решениями, с новыми продуктами. И именно здесь тот самый круг общения, который позволяет обменяться новшествами, узнать успешные практики и каким-то образом получить обратную связь, чтобы применить их у себя. Это вот быстрый и эффективный способ так называемой коллаборации, если можно выразиться. Ну и, конечно же, развлекательная часть в том числе присутствует. Скажи, пожалуйста, как тебе мероприятие? Ты здесь первый раз или не первый? Здесь первый раз. Мероприятие очень классное, масштабное, такое движовое. Есть определенная атмосфера, именно ИБшная. Мне очень нравится, да, хорошее мероприятие. Здорово. А от лица какой компании ты сегодня здесь присутствуешь? Swordfish Security. Классно. Чем вы занимаетесь? Безопасная разработка, DevSecOps, все, что связано с построением процесса безопасной разработки. Это Swordfish Security. Здорово. Что ты еще можешь рассказать про это чудное мероприятие? Потому что в этом году, как все знают, мероприятия разделились между тем, что ЦБ теперь у нас в Екатеринбурге, вот, а здесь все-таки вот сохранился формат именно магнитки. Что ты про это все думаешь? Как это повлияло? Слушай, ну, я с учетом того, что первый раз, но мне кажется, атмосфера, она сохранилась, сохранились те же там старые добрые пельмени, посиделки в парусе, общение на тему актуальных информационной безопасности. Чувствуется, что люди немножко изголодались от общения, что им хочется пообщаться, поделиться опытом, все, что накопилось вот за эти пандемийные годы. Вот, тем более сейчас такая актуальная тема с информационной безопасностью очень активно развивается, импортозамещение. Люди просто вцепились друг в друга и стараются прям максимально обсудить все, что не обсуждено было. Катя, привет. Привет. Давай я тебе задам парочку вопросов про данное мероприятие, если ты не против. Так немножко с наскоку, без подготовки. Вот, расскажи, пожалуйста, первый ли раз вы на данном мероприятии на магнитке или нет? И, в общем-то, как-то с какими целями, задачами, ожиданиями сюда приехали? Ну, на самом деле, команда Эстер на магнитке уже, наверное, раз седьмой. Это такое традиционное мероприятие, которое входит в шорт-лист обязательно, да, годовых мероприятий, но в этом году у нас немножечко такой обновленный состав, и очень многие ребята, кто первый раз, вот, поэтому такие свежие, новые какие-то ощущения, мнения, вот, а по вообще по желаниям, по для чего мы сюда ехали, ну, давайте честно, мы коммерческая компания, вот, поэтому мы ехали, конечно же, за заказчиками, за новыми партнерскими отношениями, вот, ну, и послушать на самом деле, ну, в том числе какие-то интересные доклады. Очень интересно посмотреть, как в одном месте собрались промышленность, транспорт, ну, и другие отрасли. Вот по мне, суть магнитки осталась, суть про ИБ. Окей, тут не банковская сфера, тут другая сфера. Да? Мы специально сделали так, чтобы привести
другие отрасли, но тот контент, который мы хотели дать все вместе, про информационный безопас, сегодня много об этом говорят, про импортозамещение. Поговорите с нашими заказчиками, которые сюда приехали. Они, многие из них сказали, что да, мы не зря сюда приехали. Да, у нас тут ветрено, так получилось. Да, у нас тут дождь, снег. И понятно, все это второстепенно. Важен контакт. Смотрите, контент. Третий день, нет, второй день, утро, было 9:30 еще до начала, а был полный зал народа. О чем это говорит? О том, что людям интересно. Люди хотят приходить, люди хотят получать информацию, за которую они приехали. Мне кажется, магнитки быть.